Шериф пошел с рацией в кармане. С молотком почему-то. Непонятно зачем. Молоток. А, прибить надо, вот что. Я думаю, в чем дело, почему молоток? Вот рация его. Ну, тут все, что можно и нельзя. Ну, знаки, я думаю, не надо комментировать, все и так понятно. На бревне не плавать, под волну не ходить и так далее. С обрыва не падать, под камнями не стоять. Не взрывать и ничего тут не жечь и все такое прочее. Ну, исключительно только кроме мангалов всех. И землю не набирать. С птицами тут тоже, думаю, кто сюда надо. С этими. С морскими котиками тоже не встречаться. Короче говоря, полный аншлаг. Thank you.